Уважаемые дамы и господа, здравствуйте! Как я понимаю Шахерезаду? Вы не понимаете, а я понимаю. Мне приходится каждый день, практически как Шахерезаде, придумывать новые истории и укладываться в определенный хронометраж. Правда, мне еще не угрожали отрубить голову, но, скорее всего, я об этом не знаю. Добрые люди щадят мои чувства, и поэтому в знак благодарности я расскажу сегодня удивительную легенду. Легенду о скромном египетском юноше. Он покорил западные страны. А вот, кстати, его любимые туфли. Легенда эта начинается в те дни, когда восточные владыки перестали слушать сказки, пересели с верблюдов на Роллс-Ройсы и полюбили бридж. Король Египта Фарук I мог играть в карты ночи напролет, а в качестве партнерши в игре выбирал жену богатого лесоторговца Клару Шальхуб. Король считал, что эта женщина приносит ему удачу. Король помнил, что у Клары был сын, и что она постоянно лупила мальчишку туфлей по спине, исключительно от избытка материнской любви, наверное. А как зовут ребенка? Король забыл. Будь это сценарий голливудского фильма, мальчик вырос бы социопатом и серийным убийцей. Но это жизнь. Она гораздо веселее. В жизни сын госпожи Шальхуб стал знаменитым актером. Сейчас весь мир знает его под именем Омар Шариф. Хотя родился он Мишелем Шальхубом. Кинематограф Мишеля Шальхуба привела июльская революция 1952 года. Власть в Египте тогда, ну, впрочем, как и сейчас, захватили военные. Они отправили короля Фарука путешествовать, и Шальхубы лишились покровителя. И так бывает. Итак, бизнес Шальхубов пришел в упадок, и Мишель был вынужден искать работу. К тому времени он успел окончить Александрийский британский колледж, то есть лучше всего умел говорить по-английски и отдавать приказы слугам. «Послушай, а ты не думал сделать карьеру в кино?» — спросил Мишеля другой любитель бриджа, друг семьи, режиссер Юсеф Шахин. Шахин был всего на 6 лет старше Мишеля, но уже приобрел репутацию выдающегося мастера национального киноискусства. Как возникла репутация? Совершенно случайно. Действительно случайно. В 51 году Шахин показал свой фильм «Сын Нила» на Венецианском кинофестивале. Во время демонстрации фильма на море поднялся шторм. Отдыхающие убежали с пляжа и заполнили пустые места в зрительном зале. На следующий день газеты писали о величайшем триумфе египетского кинематографа. Вот так творится история. Но я отвлекся. Мишель Шальхуб воспользовался советом старшего товарища и тоже подался в кино. Случай благоволил и ему. В чем это выразилось? А в том, что на съемках фильма «Слепящее солнце» Мишель встретил главную кинозвезду арабского мира. Она томно возлежала в гримерке и звали ее Фатен Хамама. Мишель сразу же влюбился. В этом и была его удача, потому что томная Хамама ответила молодому Шальхубу взаимностью. Правда, у Хамамы, как это ни странно, был муж. Но он не возражал. Еще одна удача. Муж согласился дать актрисе развод, правда, при условии, что Фатен Хамама продолжит сниматься в кино. Но она, собственно, и не собиралась прекращать. Сложнее было с родителями Фатен. Они потребовали, чтобы христианин Шальхуб принял ислам.
Не знаю, чего они добивались, но именно так он и поступил. Перефразируя короля Генриха IV, богатая и знаменитая жена стоит мессы. В исламе Мишель Шальхуб получил новое имя Омар Шариф. Женитьба на кинозвезде открыла перед ним двери крупнейших арабских киностудий. Гонорары Шарифа рванули вверх, и любовь. Любовь к бриджу зажглась в нем с новой силой. Он просаживал в каирских клубах астрономические суммы. Бридж учит меня нестандартно мыслить и быстро принимать решения, оправдывался Омар. Благодаря бриджу я вырос как киноактер. Знаете, а я ему верю. Роль отважного шейха Али ибн Эль-Хариша в фильме «Лоуренс Аравийский» мог получить любой из 2000 арабских исполнителей, чьи фотографии попали в руки Дэвида Лина. Но повезло Омару Шарифу. По распоряжению режиссера Шарифа на самолете доставили в пустыню, где Лин готовился к съемкам. И там актер Омар понял, чем именно аутентичный британский снобизм отличается от его египетской копии. Лин с ним даже не поздоровался. Режиссер долго рассматривал Омара и, наконец, произнес: «Годится. Если этот барашек может блеять по-человечески, он в деле». «По-человечески» — это по-английски? «На языке Шекспира», — уточнил барашек. «Неплохо для аборигена», — удивился Дэвид Лин, услышав лондонский акцент Шарифа. «Ну что ж, добро пожаловать на борт». Девять месяцев в раскаленной иорданской пустыне. Девять месяцев в аду вместо одного. Дэвид Лин обманул их всех. Он обещал, что они скоро вернутся домой к родным. А сам затягивал съемки. Кажется, он готов был снимать вечно. Как-то раз Омар Шариф пожаловался Питеру О'Тулу, игравшему как раз самого Лоуренса Аравийского. «В этом фильме, — сказал Шариф, — не участвуют звезды и женщины. Ну кто ж его будет смотреть? Зачем это все?» «Заткнись и выпей, Фредди», — отвечал О'Тул. Он называл Шарифа Фредди, чтобы не путать его с морепродуктами. Они сразу подружились. О'Тул рассказывал Омару о легендарных ирландских пабах, где устраивают лучшие массовые драки, о нежнейших английских розах, которые могут скрасить ваше одиночество. Молодой египтянин, считавший стриптизом обнаженное запястье, слушал с открытым ртом. А один раз Питер О'Тул чуть не погиб. На съемках сцены штурма Акабы верблюд О'Тула запаниковал и в итоге скинул актера. Перед тем, как снова сесть в седло, Питер О'Тул и Омар Шариф приняли, так сказать, допинг для храбрости. И так душевно, что их пришлось привязывать к верблюдам веревкой. Ну а режиссер крикнул «Мотор!» И верблюжья кавалерия рысью побежала вперед, унося друзей навстречу с неизвестностью. Или, вернее, к богатству и популярности. Я задумался. Ты начинал дремать. Да. Больше такого не случится. Будь осторожен. Ты начинал дремать.
Больше такого не будет. Фильм «Лоуренс Аравийский» номинировался на «Оскар» сразу в 10 категориях. Мировой дебют Шарифа состоялся. Пресса окрестила актера единственным 100-процентным романтическим героем англоязычного экрана. Между тем, критики осторожно намекали, что Амару не всегда хватает мастерства. Но ведь это было правдой. Амар учился урывками, на ходу, и если бы не Дэвид Лин, который объяснил ему, так сказать, азы профессии, дела обстояли бы совсем печально. Эль-Лоренс. Поистине для некоторых предначертано лишь то, что они сами начертают. Сортная история, банальный сюжет. Мужчина любит одну женщину, а женится на другой. Это отзыв британского драматурга Роберта Болта на роман Пастернака «Доктор Живаго». Дэвид Лин заказал Роберту Болту сценарную адаптацию книги. Вот драматург и старался. Лин заранее предупредил: я вам не философ, моя профессия развлекать. Болт все правильно понял и убрал из романа гражданский пафос, мировоззренческую проблематику и прочие скучные вещи. Остатки романа режиссер Дэвид Лин превратил в красочный кассовый фильм, спасший тогда студию MGM от банкротства. Главного героя сыграл Амар Шариф. Он не был уверен, что подходит на эту роль. Египтяне и русские внешне отличаются друг от друга. Но это мягко сказано. Но режиссер Дэвид Лин успокоил актера: для меня все азиаты на одно лицо. Иди играй. Ну что ж, режиссер был единственным, кто поддерживал Шарифа на протяжении съемок. Потому что партнеры — сэр Алек Гиннес, сэр Ральф Ричардсон, Род Стайгер и Клаус Кинский — относились к египтянину с пренебрежением. «Они думают, что я плохой актер», — обижался Шариф. Он ошибался. Партнеры вообще не считали его актером. А Джуди Кристи, игравшая Лару, египтянина просто ненавидела. Ей не нравилось, как Амар на нее смотрит. Внимательно так. Слишком внимательно. А может, актрисе это показалось? Женщине. Но что с них взять? Премьера фильма «Доктор Живаго» в Лос-Анджелесе провалилась. Зрители с трудом досидели до финальных титров, а на устроенную студией вечеринку остались единицы. Первые две недели проката залы пустовали. Но затем, странное дело, ситуация изменилась. Казалось бы, невзыскательная американская публика вдруг неожиданно прониклась этой пышной экзотической мелодрамой. В моду вошли женские меховые шапки и папахи а-ля Живаго. Мужчины отпустили бороды и начали пить водку. В музыкальных магазинах подскочили продажи балалаек. В СССР и картина, и, собственно, книга Пастернака были под запретом. Отечественные киноманы увидели один из самых коммерчески успешных американских фильмов только в 1994 году и много смеялись. Радовало буквально все. Семикупольная дворянская усадьба, балалайка в качестве фамильного инструмента, лицо арабской национальности, оказавшееся Юрием Живаго. Впрочем, я бы не судил строго. Как говорил великий кормчий Мао Цзэдун, пусть расцветают 100 цветов. Или в нашем случае пусть будет 100 разных Живаго. Один для вечности, другой для Оскара, третий для критиков, четвертый для Пастернака.
Юрий Живаго в исполнении Омара Шарифа. Свершившийся факт, который надо принять. Итак, на чем я остановился? А, как же я забыл главное. Омара Шарифа пригласили в Голливуд. Мудрые люди сказали, ехать в Голливуд со своей женщиной — это все равно, что везти в пустыню горшок с песком. Поэтому Шариф развелся. Я пытаюсь быть честным, объяснял он. Мне 30 лет, и меня называют вторым Валентино. Ну а в Калифорнии девушки одеты в бикини. Это судьба. Потом карты говорят о том же. В Америке актер получал по 4 брачных предложения в неделю. Одна поклонница угрожала ему пистолетом, если он не согласится. Но ее арестовали. Впрочем, Омар просил не наказывать несчастную слишком строго. И, кстати, читая газеты, Шариф каждый раз узнавал о себе много нового. То, что у него более 100 любовниц, ну это понятно. То, что он, оказывается, миллиардер и с одного удара разрубает человека пополам. Хотелось бы. Но так утверждала пресса. Пресса, как всегда, знала все. В реальности же однажды актер обнаружил, что его контракт продали студии MGM за жалкие 15 тысяч долларов. Вот такой он миллиардер. С тех пор Омар мечтал о мести. Но судиться с продюсерами отказался. В последний момент ему вдруг стало страшно. Шариф был единственным арабом в Голливуде и мог рассчитывать только на себя. А один в поле не воин. Особенно если поле – Калифорнийское побережье. В общем, Шариф кое-как смирился с тем, что теперь он стоит втрое дешевле породистого верблюда. Он соглашался на фильмы, в которых его хотели снимать, и на фильмы, в которых он не хотел сниматься. Потому что боялся сказать «нет». Сыграть армянского царя в пеплуме падения Римской империи? Пожалуйста. Чингисхана? Естественно, если вы настаиваете. С Чингисханом, правда, получилось совсем смешно. То, что монгольского хана играл египтянин, это полбеды. Самое парадоксальное, что старшую жену Чингисхана играла трепетная Франсуаза Дорляк, одна из героинь французской новой волны. В защиту актрисы скажу, что американцы очень хорошо ей заплатили. И в отличие от Шарифа, она могла вернуться на родину, где к ее услугам была сильнейшая европейская киноиндустрия. А куда мог вернуться Шариф? В Египет, которым управлял герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер? Этот Египет Шарифа пугал. Так что Омар оставался в Америке, жил в отелях, ел в ресторанах неправильную американскую пищу и не знал, каким будет для него завтрашний день. И будет ли вообще. Актер не заметил, как превратился в настоящего мизантропа. Терпеть не могу, когда кто-то пользуется моей ванной. Ненавижу, когда кто-то просыпается в моей постели. Когда я просыпаюсь, то ничего не хочу слышать. Вот слова и мысли Омара Шарифа. И этого человека называли светским львом. Вот уж действительно. Не суди о книге по обложке. Теперь о другой роли. Жаль вас разочаровывать, но мое имя Арнстин. Роли карточного игрока Ника Арнштайна. Эта роль в мюзикле «Смешная девчонка» досталась Шарифу совершенно случайно. Все потому, что Барбара Стрейзанд ненавидела Фрэнка Синатру. А именно Синатру предлагал на эту роль продюсер фильма Рэй Старк. Стрейзанд была главной звездой проекта, и с ней пришлось считаться. Кроме того, певицу поддержала теща продюсера. Причем здесь теща? При том, что тещу Рэя Старка звали Фанни Брайнс. И эта ее бурная биография легла в основу фильма «Смешная девчонка». Обе достойные дамы, и Стрейзанд, и Брайс, справедливо опасались, что Синатра
украдет у них шоу. Поэтому предпочли ему более молодого и более покладистого Омара Шарифа. Понятно, чуток растянуть после полоскания. Эти интриги оказались всем на пользу. Певица Стрейзанд удостоилась награды Американской киноакадемии, а Шариф сыграл лучшую в карьере роль человека, который не умеет вовремя остановиться. Отпусти меня, Фанни. Позволь стать снова самим собой. Я не могу. Не могу просто позволить тебе сесть в тюрьму. Это же отличная реклама. Ну что ж, сейчас бар закрыт. Частное мероприятие. Серьезные люди играют в бридж. Например, господин Омар Шариф. Это правда. В последнее время он мало снимался. И знаете почему? Потому что лучше играть в карты, как сказал он сам. Студия нанимает бездарных режиссеров, а страдать должен кто? Он. Это несправедливо. Мистер Омар Шариф достойный человек и прекрасный игрок, но очень азартный. Он бывает очень опасен, когда проигрывает. Поэтому на всякий случай бар закрыт. Ждем. Проигравшись, Шариф любил подраться. И вот после очередного инцидента его обязали пройти курс управления гневом. Не помогло. Пациент был уверен в своей ментальной стойкости. Игру на деньги он называл лекарством от скуки, а приступы гнева – вспышками южного темперамента, которые следует прощать. И ведь прощали. Любой другой на его месте уже поплатился бы карьерой. Но Шариф, которого ассоциировали со сказочным султаном, ничем не рисковал. Его эскапады вполне соответствовали представлениям западной публики о том, как должен вести себя арабский аристократ, а именно эксцентрично, жестко и неполиткорректно. И у Шарифа это получалось. Его возрождение в качестве актера состоялось в 2003 году при участии французского режиссера Франсуа Дюперона. Дюперон предложил Шарифу главную роль в своем фильме «Месье Ибрагим и цветы Корана». Появление актера в образе пожилого мусульманина, усыновившего еврейского мальчика, стало для публики откровением. Даже критики прониклись и присудили Шарифу премию «Сезар». С тех пор Омар получает столько предложений, что просто выбрасывает сценарии в окно, где их подбирают менее успешные актеры. Ну что ж, история, которую я рассказал сегодня, получилась действительно сказочная. Мы видели капризного, пылкого юношу, столкнувшегося с жестокой реальностью. Затем гордого, красивого мужчину в паутине соблазнов. И, наконец, мудреца, в которого этот мужчина превратился. Пылкий юноша остался далеко в прошлом, гордый мужчина на кинопленке, а мудрец счастливо живет в окружении родных и близких, не жалея о минувшем, не задумываясь о будущем. Чего и вам желает. На этом мое время в эфире истекает. Заканчивается моя история, и я прекращаю дозволенные речи. До новых встреч, дорогие друзья!